Доброе утро, друзья мои! С Новым годом! 1 января мы находимся с вами в Нофа-Галиль. Новое название города Нацерет-Илит на смотровой площадке. 1 января, друзья мои! Такая красота здесь! Так, все видно, такая площадка. Very, very, как я люблю говорить. Сейчас я вам сниму покрасивше. Друзья мои, я спущусь немножко, чтобы далеко не улететь вниз. Но я хочу вам снять. Посмотрите, вай. Нофа-Галиль, 1 января 2021 года. Точное время 9 утра. Вот оттуда я спустилась, чтобы показать вам эту красотищу. Сейчас пройдусь еще и вам сниму, друзья мои. Поближе, чтобы мы могли увидеть. Север Израиля. Вот там эти для выращивания рыб, я думаю, вот эти бассейны, они выращивают рыбу нашу искусственным образом таких. Смотрите, друзья. А, вот он, этот бассейн. Вот здесь вот выращивается рыба. Да. Я вам благодарна, друзья мои. Ликоля Цуфим Анимода, Ликоля Орхим. Всем гостям, всем зрителям канала. Ставьте лайки, кому нравится, пишите комментарии. Что бы вы хотели видеть. Я обязательно исполню ваши желания. Так нельзя, это мы уже где-то за бортом. Спасибо всем, друзья мои, до новых встреч. Ваша Алина, Нофа-Галиль, друзья. С Новым годом, друзья мои, с вами Алина, и мы находимся в Нофа-Галиль, на севере Израиля. Я хочу пожелать всем радости, счастья, любви, исполнения всех ваших желаний, чтобы все ваше задуманное в этом году у вас сбылось, и у нас сбылось, и чтобы этот Новый год принес нам много лучшего, чем прошлый год и чем те года. Я вас люблю, Израиль, целую.